С 17 по 19 сентября пройдут всероссийские выборы в Государственную Думу. Также жителям страны предстоит проголосовать за региональных парламентариев. В администрации Люберец прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему событию. У этих выборов ряд особенностей. Впервые голосование будет проходить в течение 3 дней. 17 и 18 сентября бюллетени избирателей поместят в сейф пакеты и будут хранить на избирательном участке. Подсчет голосов начнется 19 сентября после закрытия участков. У нас на всех наших избирательных участках будут установлены видеонаблюдения. У нас будет дежурить органы полиции, внутренних дел, наша Росгвардия. Соответственно, будут привлекаться ЧОПы для этих, которые непосредственно несут службу на данных избирательных участках. В городском округе откроется 171 избирательный участок. Они будут работать с 8 до 20 часов. Избиратели вправе проголосовать не по месту прописки. Для этого необходимо подать заявление на портале госуслуг в МФЦ или в территориальную избирательную комиссию до 13 сентября. С начала вот такой услуги подачи заявлений по месту нахождения у нас уже около 1000 заявлений подано только вот в наших Люберцах. Особые условия предусмотрены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они смогут проголосовать, не выходя из дома. Нужно лишь проинформировать по телефону или письменно участковую комиссию. Прием таких заявок начнется 9 сентября и продлится до 14.00 19 сентября. Результаты голосования станут известны 20 числа. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.